нашей программе неожиданный поворот. Он обозначен появлением нового инструмента, альта и новой темы. Русские композиторы всегда испытывали живой интерес к другим культурам, и особенно к испанской культуре. Это и симфонические произведения Глинки, такие как «Ночь в Мадриде», или «Арагонская охота», его испанские увертюры. Это и испанское капричо Римского-Корсакова, и многие-многие другие произведения. И, конечно, романсы, уже звучавший «Ночной зефир» Даргамышского, и «Болеро», который еще прозвучит, и ряд других романсов. Пьеса, которую вы услышите, называется «Испанская серенада», а ее автор – русский композитор, педагог и музыкально-общественный деятель Михаил Михайлович Ипполитов Иванов. Он сыграл очень важную роль в становлении и развитии русской культуры рубежа 19-20 веков. Стоит только отметить такой факт, что он был первым выборным директором Московской консерватории. Это уже само по себе дорогого стоит. Также он был и основателем Тифлисской консерватории, и училища имени Ипполитова Иванова. И вообще его вклад, конечно, неоценим. Сейчас мы предлагаем вам послушать всего лишь одно из его произведений. Это «Испанская серенада». Исполняет Анжела Мелкумова, альт.